Меня зовут Роман. Я родом из Грузии, Тбилиси. Мне 44 года. В 16 лет я начал курить марихуану. В 17 лет меня арестовали за грабеж и дали срок 7 лет. В тюрьме я впервые попробовал уколоться опиумом. Следующие 24 года я продолжал постоянно пользоваться героином. Сел за вооруженный грабеж. В тюрьме подсел на кокаин и на экстази. Через 8 лет я освободился, но через год снова меня посадили на 3,5 года. Сегодня моя жизнь изменилась. Господь привел меня на реабилитацию в общину «Живой Израиль», в монастырь в Хайфу. С тех пор смыслом моей жизни стал Бог. И я благодарен таким людям, как пастор Михаил Садовский, через которых Бог продолжает действовать в моей жизни.